Да бодренько, видно, батарейки разные. Вот это, кстати, получше. Держится еще. Ну как, попробуем. Что не попробовать? Всякие режимы. Только себе на бошку ее не посадить. Он вращается. А я снимаю землю, блин. Сейчас чуть пониже. Ну вот максимальная скорость проход. Сейчас еще разок. Пониже чуть-чуть. И по ветру. Все, садится. Мигает уже моды. Эй, куда ты пошел? Там каменюки всякие. Давай на авианосец на свой. Ну все, прям надрочился я уже. Прям вообще супер-пупер. Короче, батарейки зарядил по-разному, но тоже не поймешь. Ну все, на последнем издыхании конец ей. Ладно, налетал каких-то минут 20. Адреналину до хрена. Можно, как говорится, разбор полетов делать. С вами Юрич был. Всем спасибо, кто помогал. Как говорится, ну... Почему вот так вот коряво с китайской техникой? Ну, это, видимо, карма у нее такая. Может, стряхнули, когда ехала, конечно. Хотя сомневаюсь. Ну,